Друзья, всем привет! И мы продолжаем приключения нашей любимой кошечки Анжелы. Итак, друзья, давайте-ка отведем его первым делом в ванную. Вот такой вот замечательный костюм красной шапочкой мы выиграли в прошлый раз, открывая наклейки. А сейчас мы ее покупаем. Вот так, купаем, купаем, купаем. Отлично, здорово. Очень хорошо. Помыли хорошенько. Очень здорово. А теперь смываем. Очень красиво, очень здорово. Да, замечательно. Такая блестящая, чистенькая у нас Анжела. Еще поиграем немножко. Нравится? Хорошо. Ну ничего, ничего. Так, а теперь давайте-ка почистим зубки. Обязательно, ребята, после сна надо чистить зубки, чтобы никаких вот таких вредных кусочков не оставалось. Снять налет, и чтобы у вас всегда было чистое и свежее дыхание. Вот так здорово. Чистим, 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 чистим. Здорово, посмотрим. Ох, здорово, какие чистые, блестящие белые зубки у нашей Анжелочки. Отлично. А теперь покушаем. А теперь покушаем. Покушаем, что же мы будем кушать? Ага. Ну, давайте-ка начнем, друзья, вот с пиццы. Так. Котики, кстати, очень еще любят рыбки. И съедим рыбки. Вот так замечательно. И еще, еще, еще. Съедим мороженого. Вот так, да, здорово. Итак, 100% накормили нашу Анжелочку. Вот так. А теперь. Вас ждет, ребята, опять сюрприз. Потому что у нас есть еще 3 пачки наклеек. И сегодня мы их будем открывать. Вот такие 3 пачки. Давайте-ка откроем. Итак, первая у нас дубликат. Вторая вот такая замечательная наклеечка из сада Анжелы. Здорово. Так, еще у нас платье вот такое вот замечательное. 115-я наклеечка. Здорово. 109-я. Редкая. И эпическая. Здорово, здорово. Это наша кошечка-ангел. А ну-ка, давайте-ка разместим. Так, 99-я. Где у нас? Вот, здорово. Итак, страничка у нас будет заполнена. Отлично, друзья. И у нас награда 6 золотых. Очень здорово, очень здорово, очень приятно. Так, что у нас дальше? Итак, 109-я. Вот, Анжела повар. Очень здорово. Так, 110-я. Вот, здорово. Мы открыли Анжела Фея. Вы разблокировали Фея. Здорово. А ну-ка, 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 ну-ка. Получить Фея бесплатно. Здорово. Наша Анжела Фея. Кстати, смотрите, друзья, можно и платье поменять. А ну-ка, какое здесь есть платье? Вот такое вот. Зеленое, фиолетовое, голубое. Здорово. Оранжевое. Вот такое светлое, как бы серое. Ага, и смотрите, друзья, здорово. И у нее меняется и цвет листьев на голове. А ну-ка, вот так голубое меняется, фиолетовое меняется, зеленое меняется. Ну, давайте оставим зеленую, то, что было. Хотя, голубой цвет тоже очень здорово. Ну, давайте пока оставим зеленую. Вот так, здорово. Так, очень здорово, фея, получилось у нас. Анжела. Да, очень хорошая. Давайте-ка ее погладим. Хорошая Анжела, хорошая, хорошая кошечка. Да, здорово, друзья. Ой-ой-ой, как любуется, хорошо. Так, а давайте, что у нас осталось с наклеечками. Итак, еще 115-я наклеечка. Итак, страница 14 заполнена, и мы еще получаем 10 кристаллов. И вы разблокировали гала-платье. А ну-ка, 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 что за платье мы разблокировали? Вот, смотрите, друзья, какое прикольное платье. Здорово. Здорово, здорово, неплохо. Гала-платье. К сожалению, не меняется цвета, но к этому платью нужно... Можно менять прически. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Подберем что-нибудь к этому гала-платью прическу. Хвостик, щелка неплохо. Хвостик.
Афроукладка, длинные светлые волосы. Вот эти волосы очень здорово идут. Ну, давайте-ка поставим. Так, ну и вот эта весенняя прическа тоже ничего. Диадема неплохо. Да и короткие волнистые волосы, прическа шишка. А, прикольно очень. Смотрите, как прикольно было с оранжевыми волосами. Так, что еще интересно есть у нас? Светлые волнистые волосы очень здорово. И воскресная шляпка очень тоже хорошо. Милые светлые косы, хипстерская шапка. Так, дальше у нас закрыто. Итак, друзья, давайте-ка возвращаемся с вами к нашей Анжелочке и посмотрим, что там у нас еще осталось. У нас осталось несколько еще наклеек, и страница будет заполнена. Так, что здесь у нас? Ага, давайте откроем еще одну пачку, посмотрим, что там в середине. Итак, 101-я, здорово. 119-й дубликат. И еще дубликат. Вот, здорово, дубликат. И еще, к сожалению, дубликат. Итак, осталось у нас... Ну, давайте последнюю пачку откроем, посмотрим. Дубликат, дубликат. Вот, здорово, 105-е у нас попало. Дубликат и еще один дубликат, к сожалению. К сожалению, но ничего, друзья, давайте-ка запомним. Вот здесь. И у нас сейчас будет заполненная страница. Да, здорово, друзья. Отлично. Итак, страница 13 заполнена, и мы получили 5 кристалликов. Очень здорово. И что у нас здесь осталось? Так, давайте-ка посмотрим, что у нас осталось. И у нас осталась всего одна наклеечка, 122-я, друзья. И у нас страничка будет полностью заполнена с долларово. И если мы это все соберем, мы получим желтое вечернее платье. А ну-ка посмотрим. Ага, сейчас оно закрыто. Но ничего, но ничего. Итак, друзья, у нас осталась еще последняя наклеечка. И дальше у нас будет открыто желтое платье. Здорово, здорово, здорово. Вот такое множество наклеечек мы уже собрали. Давайте сначала посмотрим. Вот. А ну, другую сторону не хочет. Итак, осталась 122-я наклеечка, и у нас все будет собрано. Итак, у нас собрана фея, красная шапочка, разные платья. Вот, кулинарная вот такая страница, цветочная страница, страница путешествий, страница причесок. Париж красивая, открыта. Вот такие вот игры Анжелы открыты. Здорово, здорово, друзья. И это у нас все уже открыто. Итак, друзья, собираем кристаллики для того, чтобы купить разные наклеечки, пачки. И в следующем видео мы будем открывать. Здорово. А теперь давайте-ка вернемся к костюму феи. Уж очень он здорово мне понравился. Так, где же наш гардероб? Гардероб, и где же наша фея? Так, где же наша фея? Вот, где-то здесь должна быть. Ага, это вот одна фея. Это розовая фея. А у нас, значит, другая фея. Ага, вот красная шапочка наша. А вот наша фея. Здорово. Это просто зеленая фея или голубая? Здорово, отлично. Пусть пока будет вот эта фея. Давайте посмотрим, как она выглядит на кухне. Очень здорово. Только давайте. Вот так. Здорово. С мороженым ее и конфетами, и попкорном. Вот так пусть будет. Здорово. А как выглядит в ванной комнате? А ну-ка. Очень здорово. Очень здорово. И спальня. Итак, друзья, хотел вам рассказать. Итак, мы обновили уже у нас на нашей террасе. Зайдем в террасу. Обновили вот так здорово.
уже наш столик до пятого. Дальше у нас улучшение шестой уровень. Вот такой будет фиолетовый. И вот такой вот игровая приставка до шестого уровня тоже улучшить можно будет. Здорово. Но пока это у нас все пятого уровня. На кухне. Кухня, по-моему, тоже у нас пятого уровня. А ну-ка посмотрим. Да, кухня пятого уровня. И окошко у нас пятого. И идет улучшение до шестого. Окошко до шестого и кухня до шестого. И еще у нас ванная комната. Тоже будет улучшение. Ванная до шестого. Сколько это будет стоить? 4,5. И ванная до шестого. 6000 золотых. Здорово. Ну, пока, ребята, давайте-ка мы с вами улучшим спальню. Улучшим спальню. Спальня у нас, по-моему, 4 уровня. Сейчас спальня. Можно улучшить светильник до 5 уровня или кроватку. Вот тоже до 5 уровня. Итак, улучшаем. Давайте-ка улучшим кровать пока. Или светильник. Нет, давайте пока кровать улучшим. Вот так здорово. Так, за 1200 золотых улучшаем кроватку. А потом улучшим светильник. Итак, через весь 8 часов у нас будет улучшенная кровать. А потом еще улучшим вот до такого состояния светильник. Здорово, ребята. Хорошо. Ну, раз такое делать, теперь давайте с нашей Анжелочкой поиграем. А во что, Анжелочка, будем играть? А с нашей Анжелочкой мы сегодня поиграем. Ну, пока давайте поиграем в шарики. Поразбиваем кирпичики. Попробуем побить рекорд. А потом с рыбками поиграем. Кошечки очень любят кушать рыбы. И очень любят с ними играть. Вот так здорово. Отлично. И еще вот так. Хорошо. Очень здорово. Отлично, 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 отлично. Еще вот так. Да. Хорошо. Разбиваем, разбиваем. И еще вот так. Замечательно, замечательно, замечательно. Разбиваем, разбиваем. Отлично. И еще вот так. Очень хорошо. Отлично. Очень здорово мы пошли, друзья. Теперь главное не останавливаться и разбивать аналогично. Итак, шестой уровень. Отлично. И еще вот так. Замечательно. Хорошо. Да, здорово. И еще вот так. Отлично. Отлично. Седьмой, восьмой уровень. Здорово. И мы продолжаем. Разбиваем кирпичи. Хорошо. И еще вот так. Да. Отлично. Очень хорошо. Вот так здорово. Отлично. Отлично. Хорошо. Так, к сожалению, уронил несколько шариков. Но ничего. Итак, девятый уровень. Очень хорошо идем, друзья. Так, разбиваем, разбиваем, разбиваем. Хорошо. И еще вот так. Да, замечательно. Ой-ой-ой, чуть не упустил шарик. Хорошо. Ему взяли пистолет. Да-да-да-да-да-да-да. Вот, ну, вот неприятность. Увлекся и потерял. Увлекся. Ну, что это такое? Под самый край ушел. Шарик, так обидно. Прямо до слез. Ну, ничего. Ой. Ну, что это было? Ну, что за невезуха? Ну, ничего. Вот, взяли два кристаллика. И мы продолжили игру. Отлично. Вот так здорово. Хорошо. Продолжаем. Отлично. И еще вот так. Да-д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 а. Здорово. Очень все отлично получилось. Хорошо. Продолжаем, друзья. Вот так замечательно. И еще вот так. Хорошо. Отлично. Вот так. Да. Отлично. И еще вот так. Здорово. Хорошо. Отлично. И еще вот так. Да. Так, 15 уровень. Все здорово. Очень получилось. Хорошо. Взяли замедление. Отлично. И еще вот так. Да, 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 да. Отлично. И еще вот так. Очень здорово. Очень хорошо. И еще вот так. Да, 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 да. Отлично.
взяли шар, который все разбивает. Отлично. Ох, очень здорово. Так, замедление. Очень здорово. И еще вот так. Отлично. Вот. Да. Еще вот так. Очень замечательно. Хорошо. Здорово. Так, разбиваем. Отлично. И еще вот так, да. Здорово. Новый. Ой! Ну вот неприятность. Упустил шарик, но ничего, друзья. Мы продолжаем. Хорошо. И еще вот так. Да. Вот. Замечательно. И еще вот так. Да. Очень здорово. Хорошо. Отлично. И еще вот так. Да. Хорошо. Вот так. Здорово. Отлично. Так. И еще вот. Здорово. Отлично. И еще вот так. Да. Хорошо. И мы продолжаем. Но очень уж большие скорости. Отлично. Замечательно. Еще вот так. Хорошо. Ой. Да, здорово. Отлично. Отлично. Ой. Ну, скорости, друзья. И вот так. Итак, 23 уровень. Очень здорово. И мы продолжаем, разбиваем. И вот так. Отлично. Очень хорошо. Замечательно. И еще вот так. Да, отлично. Хорошо. Здорово. Разбиваем. Отлично. И еще вот так. Да. Хорошо. Вот, здорово. 24 уровень. Хорошо. Очень здорово. Идем. Вот. Разбиваем. Отлично. И замедление взяли. Отлично. И еще вот так. Здорово. Итак, 26 уровень. Отлично. Хорошо. Вот так. Очень здорово идем. Отлично. И еще вот так. Вот. Да. Отлично. И еще вот так. Хорошо. Вот. Замечательно. Теперь вот так. Вот. Отлично. И еще вот так. Здорово. И 27 уровень, но очень уж как-то быстро оно идет. Ай, к сожалению, друзья. Так, есть ли рекорд или нет? Нет, к сожалению, к рекорду не дошли, но очень хороший результат. 134 золотых. Очень здорово. Итак, друзья, продолжаем. А сейчас давайте-ка с нашей Анжелочкой сыграем голодные рыбки. Котики очень любят есть рыбки. И мы попробуем с нашей Анжелой сыграть в голодные рыбки. Покормить акул. Так, большая акула есть маленькую. Средняя есть маленькую. А большая вот так. Да. Вот так замечательно. И у нас все здорово получилось. Средняя есть маленькую, а большая среднюю и взрывается. Вот так. Отлично, друзья. И мы продолжаем. Хорошо. И еще вот так. Да, замечательно. А теперь попробуем вот так. Здорово. Отлично. Так, сейчас попробуем вот такую вот комбинацию. Отлично. И еще вот так. Здорово. Хорошо, замечательно. Отлично. И теперь с этой акулой справимся. Здорово. И еще вот так. Очень замечательно. Хорошо. Горизонт был чист, но очень ненадолго. И вот здесь сейчас расчищаем. Отлично. Еще вот так. Очень здорово. Хорошо. Горизонт был чист, тоже ненадолго. Отлично. Продолжаем. И еще вот так. Замечательно. Отлично. И еще вот так. Вот, здорово. Хорошо, продолжаем. Отлично. И еще вот так. Так, что здесь мы можем придумать? Вот такую вот комбинацию. Отлично. И еще вот так. Замечательно.
Очень хорошо. И еще вот так. Вот, здорово. Расчищаем. Вот так. Отлично. Так, что здесь мы можем придумать? Вот так пока давайте, ребята. Отлично. Еще с этой акулой попробуем справиться. Вот так. Очень замечательно. Хорошо, продолжаем. И еще вот так. Отлично. Да, здорово. И еще вот так. Очень здорово. Хорошо. Так, следующая акула. Вот это будет. И с ним мы тоже очень быстро справились. Очень замечательно. И еще вот так. Хорошо. Вот, замечательно. Продолжаем. Вот так. Очень здорово. Так, следующая акула у нас будет вот такая вот. Вот, замечательно. И еще вот так. Хорошо. Так, и сейчас вот этими акулами вот так разберемся. Отлично. Еще вот так. Очень хорошо. Здорово. Так, продолжаем. Продолжаем. Отлично. Еще вот так. Здорово. Хорошо. Так, что с этой акулой можно придумать? Давайте-ка попробуем вот такую вот комбинацию. И еще вот так. Очень хорошо. Так, что здесь мы можем придумать? Давайте-ка мы пока вот так сыграем. Отлично. Еще вот здорово. С вот этой акулой разберемся. Отлично. А сейчас вот так. Здорово. И еще вот так. Очень хорошо. И вот так. Замечательно. А сейчас вот так. Вот так разберемся. Отлично. И еще вот так. Здорово. Хорошо. Отлично. И еще вот так. Отлично. Итак, горизонт был чист, но очень ненадолго. И мы продолжаем. Так, разобрались с этими рыбками. А теперь с вот этими. Отлично. И еще вот так. Очень здорово. Хорошо. И вот так. Отлично. Так, вот, разобрались с вот этими акулами. И еще вот так. Да, замечательно. Так, продолжаем, друзья. Вот. Очень замечательная комбинация. И еще вот так. Очень хорошо. Так, что теперь мы можем придумать? А вот так, друзья. Отлично. И еще вот так. Очень здорово. Хорошо. Так, а сейчас мы продумаем вот такую вот комбинацию. Отлично. Так, 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 так. Еще мы можем придумать вот так. Здорово. Хорошо. Еще вот так. Отлично. Еще вот так. Очень здорово. Хорошо. Вот. Вот так. Замечательно. Так, следующая комбинация у нас будет вот такая вот. Здорово. И еще. Ой. Вот так. Замечательно. Следующая комбинация. И еще вот такая вот. Да, здорово. Еще вот так. Отлично. Вот. Хорошо. Следующая комбинация будет вот такая вот. Хорошо. И еще вот так. Здорово. Вот. А теперь вот так. Отлично. Еще вот так. Здорово. Замечательно. Отлично. Еще вот так. Очень хорошо. А теперь вот такая вот комбинация. Здорово. А теперь разберемся с вот этими рыбками. Очень хорошо. Так, продолжаем. Теперь с вот этими разобрались. Вот так. Очень здорово. И еще вот так. Замечательно. А теперь вот сюда. Отлично. Итак, что здесь мы можем придумать? Давайте-ка попробуем вот такую вот комбинацию. Отлично. Еще вот так. Очень здорово. Итак, горизонт чист, и мы продолжаем. Следующая комбинация будет вот такая.
Еще вот так. Замечательно. Все у нас очень здорово получилось. Теперь попробуем вот такую вот комбинацию. Отлично. Еще вот так. Очень здорово. Хорошо. И вот так. Отлично. Замечательно. И мы продолжаем. Хорошо. А теперь вот так. Отлично. Еще вот так. Здорово. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, давайте-ка пока вот так. Отлично. Еще вот так. Здорово. А теперь вот так. Вот. Хорошо. И вот так. Отлично. А теперь вот так. Супер. Вот. А теперь вот так. Отлично. Хорошо. А теперь вот такую вот комбинацию. Отлично. Следующая комбинация у нас будет вот такая. И еще вот так. Замечательно. Хорошо. Вот. Супер. Здорово. И вот так. Отлично. Вот так. Очень здорово. Отлично. Еще вот так. Хорошо. Вот, к сожалению, немножко не успели. И у нас очень неплохой результат. 145 золотых. А сейчас мы с нашей Анжелочкой подзаработаем еще немножко денег в игре соединения. Так, здорово. Теперь красный с голубым. Зеленый, желтый, салатовый и голубой. Отлично. Так, следующее соединение у нас будет вот такое вот замечательное. Отлично. Розовое, синее, голубое, салатовый и фиолетовый. Здорово. Зеленый, голубой, фиолетовый, салатовый и желтый. Отлично. Итак, продолжаем. Что здесь мы можем придумать? Голубой, зеленый и фиолетовый. Отлично. И сейчас розовый, синий, салатовый, фиолетовый и зеленый. Здорово. И мы продолжаем. Синий, фиолетовый, голубой и зеленый. Отлично. Салатовый, фиолетовый, розовый, голубой и синий. Здорово. И сейчас-ка попробуем, друзья, вот такое вот замечательное соединение. Голубой, синий и желтый. Здорово. А еще придумаем-ка мы, друзья, вот такую вот замечательную комбинацию. Отлично. И у нас все очень здорово получается. Итак, продолжаем. Зеленые, голубое и синие соединения. Отлично. Красные, голубое и желтые. Здорово. Итак, фиолетовые соединения. Желтые и синие. Отлично. Так, красные, желтые, синие и зеленые соединения. Здорово. А еще-ка попробуем, друзья, вот такую вот комбинацию. У нас все здорово очень получилось. Итак, продолжаем. Нет, что-то явно не так. Вот. Вот, друзья, как нужно сделать. Да, отлично, получилось. Итак, продолжаем следующее соединение. И мы попробуем вот такую комбинацию. Да, здорово, все очень хорошо получилось. Так, продолжаем. Синие и салатовые. Здорово. Так, зеленые. Нет. Нет, что-то... Хотя, возможно, и пойдет, друзья. Сейчас попробуем. Да, здорово, получилось. Так, следующее соединение у нас будет вот такое. Да, все здорово получилось. Итак, продолжаем, друзья. Давайте-ка попробуем вот такое вот соединение. Да, отлично, получилось. Итак, что здесь мы можем придумать? Зеленое, желтое, голубое и розовое. Здорово. Так, следующая комбинация, что мы можем придумать? Давайте-ка придумаем вот такую вот голубую, синюю и зеленую. Отлично. Так, а что здесь мы можем придумать? Попробуем вот так вот. Да, друзья, все очень здорово получилось. Итак. Ой-о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 й. А ну-ка. Вот, друзья, кажется, догадался. Вот зеленая комбинация и голубая. Отлично, здорово. Итак, что здесь мы можем придумать? Красная, синяя комбинация. Нет, что-то не так. Розовая, синяя. Вот так и фиолетовая. Здорово, получилось. Так,
зеленый, нет, розовые, зеленые, салатовые, голубые, желтые и красные. Здорово. Так, следующее соединение. Давайте-ка мы попробуем вот такую вот комбинацию. И у нас все очень здорово получилось. Итак, мы продолжаем. Желтые, красные, фиолетовые и синие соединения. Отлично. Так, розовые, синие, красные, желтые, салатовые и зеленые. Итак, что здесь мы можем придумать? Так, голубые, бирюзовые и розовые. Отлично. Так, вот такое вот интересное соединение. Что здесь мы можем придумать? Давайте-ка мы попробуем. Нет, что-то не так, друзья, что-то не так. Что-то не так. Вот. Вот, возможно. Да, вот так. Вот, все. Буквально на последней секунде, друзья, получилось. Так, что здесь мы можем придумать? Давайте-ка мы попробуем вот такую вот комбинацию. Нет, что-то тоже не так. Так, бирюзовые. Вот так. Ага, вот. Понял. И вот, да, буквально на последней секунде все у нас получилось. Здорово. Здорово, друзья. А сейчас попробуем на скорости все проделать. Отлично. Итак, следующее соединение. Попробуем-ка мы, друзья, вот такую вот комбинацию. И что из этого получится? И да, отлично, у нас все очень здорово получилось. Итак, голубое, бирюзовое. Так, зеленые, салатовые и желтые. Вот так, да, отлично. Получилось. Итак, следующая комбинация соединений. Давайте-ка мы попробуем вот такую вот комбинацию. И отлично, у нас все очень здорово получилось. Итак, продолжаем, друзья. Продолжаем. Что у нас здесь может получиться? Да, вот такая вот замечательная комбинация у нас сложилась. Здорово. Итак, розовое. Попробуем-ка мы его розовый вот так. Зеленое, розовое, красное, голубое, синее и желтое. Отлично. Итак, следующая комбинация. Салатовое, синее, красное, бирюзовое, фиолетовое, зеленое и розовое. Да, отлично, друзья, получилось. И мы продолжаем комбинации соединений, посмотрим, что из этого может получиться и получится ли. Да, отлично, друзья, получилось. Так, и мы продолжаем. Итак, красное соединение, голубое, синее, бирюзовые, зеленые и фиолетовые. Здорово. Так, итак, зеленые соединения, вот так у нас будет, желтые, голубое, красное и салатовые. Да, отлично, здорово. И вот на скорости нужно все очень быстро проделать. И у нас получилось, отлично. Так, следующее соединение у нас будет вот таким. Так, пробуем, друзья. Отлично, все очень здорово получилось. Итак, синие. Красное, фиолетовое, вот так, желтое, розовое и бирюзовое. Отлично. Так, следующее соединение. Ой, как бы нам его соединить? Ну, сейчас попробуем. Вот такую вот комбинацию. Да, здорово, получилось. Так, следующее соединение, что мы можем сделать? Зеленое, розовое, голубое и фиолетовое. Здорово. Так, вот это соединение очень нужно быстро проделать. Вот так. Фу. Буквально на последней секунде у нас все здорово получилось. Отлично. Так, проделываем вот такое вот забавное соединение. Да. Здорово, получилось. Отлично. И мы, друзья, продолжаем. Итак, красное. Ой. Нет, что-то не так. Так, зеленые, желтые, красные, бирюзовые, фиолетовые и розовые. Отлично. Так, следующее соединение у нас будет вот такая вот забавная
конфигурация желтая. Нет. Вот, да, желтая, зеленая, вот и салатовая. Отлично. Итак, следующая конфигурация соединения. Попробуем-ка мы вот так все проделать. Вот так. Непонятно, друзья, что же тут здесь сделать можно. Давайте-ка попробуем. Вот так. Нет. Вот так возможно. К сожалению, друзья, очень сложная конфигурация. Я тут немножко запутался. Что нужно сделать, к сожалению, но очень хороший результат. Посмотрим-ка. Результат 290 золотых. Здорово. И давайте посмотрим состояние нашей Анжелочки. Ой-ой-ой, наша солнышко Анжелочка очень устала. Поэтому, друзья, давайте будем прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока. Ложим ее спать. Пусть она, солнышко наше, отдыхает. Итак, всем пока.